Много классов для репетиций не бывает. Решили в Кемеровской детской школе искусств номер 19 и открыли еще один репетиционный зал. Зачем ученики и педагоги коллекционируют помещения, интересовались наши корреспонденты. Эх, топ не нога, да притоп не друга. Танцуя, учащиеся хореографического отделения школы искусств номер 19 приняли у строителей свой новый класс. Четвертый по счету. Это не от жадности, а по необходимости. Ученики и преподаватели школы так растанцевались, что становятся раз за разом победителями престижных смотров. Ансамбль «Школьные годы», например, недавно вернулся с гран-при из Праги и Вены. В ближайших планах покорение Италии. Да и желающих танцевать становится с каждым годом все больше. Удивительное событие, действительно, для нас радостное. Мы долго его ждали. Хотя школа молодая, как я говорю, но долго ждали, потому что хореографическое отделение очень сильное. Дети развиваются, желающих больше и больше. Поэтому, конечно, уже то количество помещений, которое было, недостаточно. И, понимаете, по всем учебным программам это не только часы групповые, это индивидуально. Мы работаем с солистами. А что такое классический танец, что такое балет? Это, конечно, личность, это индивидуальность. Не 36, 38, 39, а тройка, четверка. Размер балетных пуантов не такой, как у обычной обуви. После дробного народного танца новый пол в хореографическом классе проверили балерины. Во время исполнения с уст 13-летней Ирины Поповой не сходит счастливая улыбка. 5 лет девочка занимается классическим танцем. Уже есть успехи. На недавно проходившем конкурсе в Новосибирске кемеровчанка заняла 1-е место. Мы репетируем по 5 раз в неделю, утром и вечером. Но, знаете, вот эта минута на сцене, вот эти вот 3 минуты, это стоит того. И то, что у тебя мозоли или что-то на сцене, это не чувствуется никогда. Вот на репетициях, да, тяжеловато, а вот на сцене это никогда не чувствуется. Строился новый класс на месте бывшей столовой около года, так что судьба помещения круто изменилась. И теперь после раздачи пищи материальной будет с новой силой прием духовный. Уже со следующей недели начнется горячая пора экзаменов и новых репетиций. Татьяна Савельева, Людмила Казаченко, Константин Червяков. Новости моего города. В гостях бывают чаще, чем дома. Так можно сказать о Кемеровском театре для детей и молодежи, для которого начался «Звездный час», и он становится участником одного фестиваля за другим. На этот раз наши артисты уезжают в Омск на 9-й международный фестиваль «Молодые театры России». В конкурсном показе уже в ближайшие выходные будет представлен спектакль «Long Distance» или «Славянский акцент». Эта постановка уже стала победителем на Кузбассе театральном этого года, забрав главный приз губернатора Кемеровской области. Соревноваться артисты разных стран будут на сцене 5-го театра. Пробиться на фестиваль в Омск – давнишняя мечта директора молодежного театра Григория Забавина. Там будут очень именитые театры, и зарубежные в том числе, и фестиваль международный, Ирландия, Австрия, Великобритания, Англия, и российский театр. Это «Он театр» питерский. Ну, в общем, такие театры именитые, и попасть в их число для нас очень лестно. 2 года подряд кузбасским спортсменам нет равных на чемпионате и первенстве России по ушу. По итогам соревнований, прошедших в Улан-Удэ, сборная Сибирского федерального округа стала 1-й в общекомандном зачете. Всего в Бурятию съехалось 250 спортсменов со всей страны. Кемеровскую область на первенстве представили 8 ушуистов. Наши ребята завоевали 13 медалей, 5 из которых золотые. Кемеровчанка Алина Поворознюк стала 2-й в многоборье, одной из самых сложных и престижных видов. Успешное выступление на российском старте позволит кузбассовцам поехать на чемпионат мира, который пройдет в конце этого года в Китае. Экзамен на предмет спортивной зрелости в конце учебного года сдают воспитанники школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике. Сегодня в Кемерове стартовало первенство города, посвященное Дню Победы. В традиционных соревнованиях участвуют 200 спортсменов, от начинающих до мастеров спорта. Для гимнастов это не только переводной экзамен на следующий учебный год, но и возможность повысить разряд. В течение 2 дней воспитанникам с Дюшор предстоит показать высокие результаты на гимнастическом помосте. Мы смотрим кадры, которые непосредственно тренируются в нашей школе. Кто за год прибавил. Многие ребята переходят на следующий этап своего развития гимнастического. На этом у меня все, но новости с вами не прощаются. Прямо сейчас о том, как отреагировали блогеры на опрос кемеровчан о событиях Великой Отечественной войны, тем временем расскажет Георгий Демин. Приятного вам просмотра и до встречи на телеканале «Мой город». Одежда для ведущей предоставлена салоном «Флирт».
Тем временем живейший интерес в благосфере вызвал опрос, проведенный телеканалом «Мой город» накануне праздника Великой Победы. Корреспондент программы «Горячая линия» Наталья Токмагашева выясняла, насколько хорошо молодые сограждане знают новейшую отечественную историю. Вопросы в форме ложных или абсурдных утверждений были выбраны не случайно. В последнее время мы с коллегами очень много сюжетов снимали о детях. И общались с ними. И как раз вот удивили, каждый раз удивлялись тому, что дети абсолютно ничего не знают о Великой Отечественной войне. Вот решили сделать такую программу, горячую линию на эту тему. Форма опросов была выбрана именно такой, потому что я надеялась, что люди будут возмущаться. Все-таки сами вопросы-то были элементарными. Знаменитый советский поэт и писатель, да, Жуков, который написал Василия Теркина, вот в честь него назван этот парк. Он, кстати, лично убил Гитлера. Сейчас этот парк собираются переименовать. Вот как вы к этому относитесь? Я считаю, что парк надо ставить в честь Жукова, потому что, во-первых, всем знаменит уже парк Жукова, поэтому, я не представляю его совершенно с другим именем. А помните хоть что-нибудь из Василия Теркина, его знаменитого бессмертного произведения? Конечно, в школе, естественно, все проходили. Поэтому вы процитируете что-нибудь? Процитировать нет, не помню уже. Мнения блогеров разделились сначала на страницах типичного Кемерова в разных социальных сетях. А самая жаркая дискуссия разгорелась в тупичке Гоблина на сайте Opera.ru известного кинопереводчика Дмитрия Пучкова. Вроде как неподготовленные люди перед камерой думают о том, как они выглядят, а не о том, что говорят. У нас в институте преподаватели так троллили не учивших ничего студентов. Скажут с умным видом какую-нибудь чушь и, улыбаясь, наблюдают, как несчастные совсем соглашаются и поддакивают. Опрашиваемый народ мог бы за себя постоять. Но для этого надо хотя бы знать, кто такой Жуков, в чьем парке они гуляют, доходили ли до Омска немцы и кто убил Гитлера. Уверен, что 90% ответов вырезали, то есть из отснятого материала можно было смонтировать что угодно. Я была крайне удивлена, что среди молодежи ни один человек не удивился, а вот как раз среди старшего поколения, да, то есть был один единственный мужчина лет за 40, который возмутился и сказал, что я несу ахинею. А к Сталину можно относиться по-разному, правильно? Политика его, она вызывает сомнения, естественно, в частности, к тому, что он отдавал приказы расстреливать офицеров, после войны, полководцев знаменитых, таких, например, как Александр Суворов, Багратион, Кутузов. Вот как вы к этому относитесь? Здравствуйте. Кто его расстрелял? Несмотря на обилие экстремальных комментаторов, переходящих на личности и угрожающих съемочной группе физической расправой, есть и такие, кто вспоминает автора Василия Теркина и подумывает перечитать учебник истории. А это значит, что цель опроса достигнута, внимание к проблеме привлечено, потому что общество, не помнящее уроков истории, обречено на их повторение. Насколько хорошо вы знаете историю родной страны, расскажите нам на сайте телеканала. А чтобы постоянно быть в курсе событий, подпишитесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. До свидания.